Практика назначения инвеступолномоченных действует в регионе уже 2 года. Сейчас на этих постах работают 26 человек в разных муниципалитетах. Для эффективности взаимодействия все они занимают должности не ниже заместителя главы администрации. Предприниматель, чтобы не бегать там по всему муниципалитету, не искать, где ему решить свою проблему, он обращается к инвестиционному уполномоченному, и тот уже во взаимодействии со своими коллегами по разным направлениям, он, соответственно, с ними решает определенные вопросы, которые есть у бизнеса. Проблемы разные, но каждая может стать преградой. В Мончегорске земельный вопрос сильно тормозил открытие ресторана. Разобраться помог инвеступолномоченный. И вот в копилке города оказалось больше 30 миллионов инвестиций и 39 новых рабочих мест. А предприниматель убедился, бизнесу здесь готовы помогать. У нас один основной проект – это литейное производство. Много вопросов, которые мы должны решить. Это мощности, которых у нас, ну, не катастрофически, но не хватает. Я имею в виду энергетика. Это подводка тепла, воды. Я думаю, что где-то в ближайшие 2-3 месяца мы их решим. Инвеступолномоченный – должность относительно новая. Этим специалистам необходимо постоянно учиться, особенно на реальных примерах. Именно с такой программой в Мурманск приехали представители Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Игра разработана тренинговым центром нашей ассоциации. Более 70 регионов мы посетили, посмотрели практику работы специалистов на различных этапах работы с предпринимателями. От выбора стратегии инвестиционной команды до сопровождения инвесторов уже на окончательном этапе. Уже 189 компаний стали резидентами арктической зоны и открыли свой бизнес в области на условиях налоговых льгот. 9 крупных инвесторов вложили в развитие производств около 165 миллиардов рублей. Лада Егорова, Андрей Бричко, ТВ-21+.